Больше 1000 владельцев недвижимости сдавали квартиры и не платили налоги. Это пятая часть всех арендодателей по стране. Об этом сообщил председатель комитета госдоходов Данияр Жаналинов. Из-за моратория проверить их налоговикам нельзя. Но в рамках контроля миграции иностранцев фискалы все же имеют возможность увидеть количество арендодателей. Полицейские заполняют соответствующие опросные листы и передают их в органы госдоходов. В КГД выяснили, что больше 2000 квартиросъемщиков – это иностранные граждане. Выявлено 5109 владельцев недвижимости, которые сдают в аренду жилье, в том числе 2317 владельцев иностранным гражданам. Охвачено контролем 4457 владельцев недвижимости, из них 1410 производят уплату налогов, 1331 являются родственниками, друзьями и так далее. Остальные 1716 граждан в налоговых органах не зарегистрированы.